Ну, чтобы вы понимали, о чем олигархи 19 века, да.
домашних состояний были, да, а вот то, что касается Таганрогской гимназии, получились ребята разные социальные сословия, да, и здесь сословные ограничения были, но были минимальные, беднейшие в своем обществе не могли, конечно же, учиться, да, вот дети дворян, мещан, купцов вполне могли заниматься здесь вот, мужской и женской гимназии. Православных церквей в городе Таганроге было 9, да, по районам города распределены 2 православные церкви. Кроме этого была еврейская синагога, лютеранский молитвенный дом, католический костел. То есть здесь, в общем-то, очень толерантное такое было отношение к разным верам. Да, предметы, которые мы здесь с вами видим в этой витрине, предметы из старых храмов, барельефы католические, библии на латинском языке. Здесь же фотография очень интересная, покажу ее здесь, она почетче здесь видна, под номером 7, так очень красиво Успенский собор. Собор был построен в первой половине 19 века, причем интересно, что глаголем более позднего времени перестройки. Интересен этот храм еще и с точки зрения событий, которые там происходили. В этом храме венчали маму с папой Антона и крестили всех детей Чехова. В частности, Антон крестили в Успенском соборе. Это был главный храм города Таганрога. Увы, ах, как отмечал, что в 1938 году по закону борьба с религией, да, храм был разрушен. Но они взрывали, а просто разобрали за редкости, потому что он уже представлял себя развалом. А что касается Таганрога, то хочу сказать, что я не зря упомянула, что город был культурным центром для Азии. С 1927 года у нас была своя труппа театральная, причем если помещений не было, то у нас энтерпренеры заезжие привозили спектакли всевозможные. Ну а в 1966 году уже было построено здание театра на средства благотворительного акционерного общества. И Антон с братьями очень любил ходить в театр. Обратите, пожалуйста, внимание на афишу. Елена Прекрасная. Не зря у нас здесь в центре эта афиша. Чудесный спектакль. Антоша 13 лет попадает и буквально завороженный с открытым ртом смотрит весь спектакль. Главную роль играла Ольга Валентиновна Кольцова, актриса императорских театров. Да? И надо сказать, что Антон вот, уже подросткового возраста очень активно посещает театр. Старается не пропускать ни одной премьеры. Причем, конечно же, вы понимаете, что театральная жизнь она была насыщенная, яркая. Он Чехов заканчивает, несмотря на все сложности и трудности гимназии, и папа, который был лет из семьи, обращая внимание, очень красивый каллиграфический почерк, в 1979 году пишет, Антош по окончании курса Таганрогской гимназии, начиная со старших классов, да, говорим о том, что ты должен определиться в жизни, чего ты хочешь, куда ты хочешь поступать, и вообще очень много сейчас дается на откуп самим детям и их родителям. Так вот, хочу сказать, что, пожалуй, Антон Павлович один из тех авторов, один из тех писателей, который сам себя сделал. Смотрите, как интересно. Крепостные, мещане, купцы. И потом Антон становится врачом, да, интеллигенция. То есть человек, который сам себя слепил, сам себя сделал. Несмотря на то, что возможности не всегда были, Антон очень много времени проводил в библиотеке. Вот удивительно, за последние 3 года троечник Чехов подтягивает все хвосты, перечитывает всю западноевропейскую литературу, днюет и ночует зачастую в библиотеке. И пишет старшему брату, настолько увлекся. А что касается балл литературной экспозиции, то построены они по тематике хронологическому порядку. Вы знаете, что Антон Павлович, увы, я прожил очень короткую жизнь, всего 44 года, к сожалению, туберкулез тогда не лечился. Но, однако же, за это время Антон Павлович, наверное, сделал на 2-3 жизни вперед. Что? Да. А что касается... Ну нет, есть другие более ранние версии, что там был сбой, возвращаясь к медицинским вещам, да? Есть предположение, что был очень серьезный сбой иммунитета. В возрасте 8 лет мама с детьми отправилась к деду. Дед не в Таганроге жил, а станица Большекременска 60 километров. Они ехали, был очень жаркий день, и Антон искупался в озере. Ледяное, прохладное, великолепно плавало, они как бы купались все, но Антон очень сильно, вероятно, подхватил что-то трос, вот это он постоянно говорил, его еле вычупали, еле вытянули. Потому что положительно. Поэтому, конечно, с этой точки зрения очень активно ведется работа. С одной стороны, он работает как
литератор живет среди народа, видит все это из гущи, да, что называется, народа. С другой стороны, конечно же, работает как доктор. Он земский врач, он переписчик, абсолютно верный, участвует в российской переписи. Он руководит во время холерной эпидемии холерными бараками, лечит больных. Он и попечитель, и благотворитель. На свои собственные средства строит три школы в Тальвеже, Новоселках и Мелехово. Открывает у себя на территории своего имения амбулаторию, где сестры Маши ведут прием крестьян и зачастую лечат бесплатно. Вот такой вот очень активная общественная деятельность, с одной стороны, и медицинская. Да? И, наверное, стоит сказать, что Чехов, пожалуй, один из счастливых писателей в плане творческой судьбы, потому что печатает его очень активно при жизни, печатает за границей. Этому подтверждение работа Ильи Репина к французскому изданию повести «Мужики». Да? То есть его достаточно много и плодотворно. Все, ну, понимаете, тогда лечение туберкулеза было только консервативное. То есть это приводы лечения. И так это, между нами говоря, в основном я уехали уже те, кому надеяться. Не на что делать. Собирают благотворительные средства на постройку для туберкулезных больных санатория Ялзлар. Вот такие маленькие там ручки выдаются благотворителям, которые носят денежку. И здесь Чехов оказался человеком неравнодушным. А же Чехов будет в собственном доме, который построен будет по проекту архитектора Шаповалова. Как дачный домик, он оказался очень холодным, потому что в первую же зиму начались ветра, влажность, да, пришлось переделывать камины, печи, достаточно прохладный дом.